Президентом Венгрии впервые в истории страны стала женщина. Две трети депутатов парламента поддержали кандидатуру 44-летней Каталин Новак. Ее выдвинула правящая партия Фидес. В разное время она занимала ряд постов в партийном руководстве, а до конца прошлого года была министром без портфеля по делам семьи. Новак сменит на посту главы государства Яноша Адра, который был президентом два срока. Его полномочия истекают 10 мая.